те самые. На, давай. За стильной бумагой книги. Волонтеры быстро, но бережно разгружают коробку за коробкой. Каждый из них прекрасно понимает, как важна поддержка их сверстникам из Луганской и Донецкой народных республик. Я думаю, что это очень важно, так как многие дети нуждаются книгам. Вот, и некоторым, может, даже и не дано получить книгу. Вот, и думаю, что это очень хорошо, что мы делаем. Вот, думаю, они будут каждый вечер открывать эту книгу и читать. Книги отправляют в новые российские регионы в рамках всероссийской акции «Дети детям». Она стартовала 12 мая. Все эти месяцы волонтеры занимались сбором детской и подростковой художественной литературы. Представители Одинцовского молодежного центра собрали более 1000 книг. Для нас огромная честь, что наш Одинцовский молодежный центр стал тем самым основным пунктом сбора, куда привозят книги со всей Московской области. Книги привозят нам различные учебные учреждения. Их собирают дети, там, мы потом их фасуем по направлениям, по возрастным категориям. Нам помогают в этом наши волонтеры Подмосковья, которые сегодня как раз-таки разгружали здесь книги. Но книги мало собрать, их нужно обработать, очистить, подлатать и рассортировать. Только после этого коробки отправляют в Центр сбора гуманитарной помощи. После этого все книги централизованно направляются в наши новые регионы, передаются в библиотеки непосредственно детям, в детские сады, в образовательные организации, конечно, где это необходимо и по их потребности. Жители Одинцовского округа активно включились в акцию. Организаторы напоминают, что любой желающий может принять в ней участие. Книги до 30 июля принимают в Одинцовском молодежном центре. Алтына Урумбаева, Олег Мещерский, телеканал «Одинцово».